Сегодня Минск принял республиканский педсовет. Со всей страны в столицу приехали делегаты, чтобы обсудить, как повысить качество получаемых знаний. Основные вопросы – новые учебники и программы, время начала уроков, возможный переход к пятибалльной системе, обязательное всеобщее среднее образование. Александр Лукашенко обратился к участникам форума в его начале, отметив, что выступает за совершенствование системы образования, а не ее ломку. Разговор продолжился в формате открытого микрофона. Специалисты интересовались темами профильной ориентации, привлекательности вузов для иностранных студентов, а также информационной безопасности. Экспозицию исторического музея Беларуси, посвященную 500-летию белорусского книгопечатания, пополнили виртуальная библия Скорины и точно действующая копия печатного станка Гутенберга. При помощи современных технологий посетители смогут пролистать 23 страницы пражского издания библии Франциска Скорины, а также получить представление о печатном оборудовании его времен. Музей планирует и далее оцифровывать издания и материалы, связанные с историей страны. Продолжается подготовка к национальному отбору на детский конкурс песни «Евровидение». В студии «600 метров» Белтелерадиокомпании прошла техническая репетиция финалистов. С ними работает профессиональная команда звукорежиссеров. Впереди у десятки финалистов репетиция с камерами и передвижной телестанцией. Генеральный прогон пройдет завтра за несколько часов до начала трансляции в 22 часа на телеканалах «Беларусь-1» и спутниковом «Беларусь-24».